Обычно про атласы я не рассказываю, ничего не показываю, потому что считаю, ну что там рассказывать, атласы, атласы. Но в этот раз пришла партия, атлас отличается от обычной массы. Даже поставщик его называет русским сатином. Не знаю по какой причине, но ну, сразу скажу, что состав ПЭшечка, эластан чуть-чуть полутков. Конечно, не тянется совсем под олевой, но он как-то вот благороднее, что ли, чем обычные атласы наши, которые приходят. Вот он другой, да, он иной. У него матовая изнанка и такой вот очень благородный глянец. Мы хоть его и назвали платином, платином мы обычно называем тонкий атлас. Этот, да, он не сказать, что сильно плотный, но он точно не тонкий. И он точно не сопливый, а вот он такой вот, который держит форму. Он средней плотности, при этом он держит форму. Ну вот все, что хотела рассказать про тактильное ощущение, визуальное ощущение рассказала. Теперь покажу цвета. Они восхитительные, пронзительные, как, например, вот этот алый, нежные. Это вот, кто еще не сшил бальные платья на выпускные, это все к вам. Это все к вам. Телесный, красивый цвет, благородный. Вот такая оливка, прям вообще шик. Я обычно платья вообще даже не смотрю на них, а эти хочется перебирать. Да, хочется перебирать. Голубой, ангельский. В общем, вот есть из чего выбрать. А во все атласы эти новые я положу этот видеообзор, чтобы вы знали точно, что именно про эти атласы я рассказываю, а не про какие-то другие. Смотрите, какой красивый цвет.